Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами буксом по сбору криптомонет Shiba Uni, FreeBTS. И здесь у нас статистика, можно перевести на русский язык и все прочесть. Здесь выводы, здесь, ребятки, вывод, конечно, огромен. 15 миллионов монет Shiba. Мы собираем токены. Токены конвертируются вот эту криптовалюту. И курс идет один к одному. Значит, если 15 миллионов этих монет, то есть токенов, и равно 15 миллионов вот этих Shiba. Регистрация здесь наипростейшая. Email, username, два раза пароль. Здесь можно здесь нет капчи. Кликаем регистрация. Не помню, приходило мне письмо на почту или нет. На всякий случай проверьте. Адрес электронной почты, как бы, и подтвердите. Значит, у меня на данный момент 202 625 вот этих токенов. Вот наша статистика. Здесь уровень у меня один. И видим вот здесь вот курс. Одна Shiba равно одному токену. Ну и, естественно, здесь вот баланс. Вывод, насколько я поняла из видеообзоров, идет на биржу Binance. Здесь будем прописывать адрес и кликать вывод. Также здесь присутствует чат, но он отключен из-за спама. Его отключили, потому что пошел спам и как бы все такое. Так, давайте пройдемся по вкладочкам. Значит, это домашняя страничка. Вкладочка «Рефералы» находится наша партнерская ссылочка. Вот она, ребятки. Без точки. Копируйте, делитесь. Далее, здесь у нас статистика идет, username level и что это у нас? А, 20, топ-20, кто по клейму. Далее, это у нас идет. Так. Это у нас, ребятки, давайте переведем на русский. Буду переводить, ставить. Достижения. У меня нет достижений, как бы, да. Далее, игры, игральная кость. Кто любит играть, пожалуйста, можно играть в игры. Идет автокран. Автокран доступен, как я уже всегда вам говорю, всем, кто просматривает короткие ссылки. Я не смотрю короткие ссылки, как бы. Хотя у меня здесь уже идет, да? Вот. Видно, просматривала. Далее это я потом просмотрю. Есть ручной кран. Значит, дает он нам 2000 вот этих монет токенов. Давайте сгадаем капчу. И кликаем себе. Ну, надо на оригинале, но я вот как бы инвалид капчу. Надо. Так, здесь вот ха-капча, ребятки. Сейчас поставлю на оригинал. И как бы, да. 4. Что у нас? 7-2. И разгадываем капчу. Самолет. Самолеты. Готово. И кликаем на синюю вот эту вкладочку. И, пожалуйста, вот 2000 монеток не засчиталось. Окей. Вот эта вкладочка у нас. Колесо фортуны. Мне 3 энергии, значит, я, наверное, смогу 3 раза. Или что это? Давайте посмотрим, дадут мне что или как.
Вот. И можно крутить, как бы будет колесо или что это. Даже вот я не знаю. Боюсь, как бы у меня монеты не сняли. Так, 3 энергии, 1 минута. И у меня 100 претензий из 100. Вот. Ну ладно, ставлю опять я на оригинал. И пройдем вот эту капчу, нашу любимую. Так. Вот это. Следующее у нас идет. Вот это. Третье это. Я возьму капчу опять. 10 раз кликов не делать. Это у нас лодка. Готово. Ну, как всегда, еще раз. Велосипеды. Так. Готово. Да что это? Вот такие капчи здесь. Все, и вот сюда. Что, ничего. Что нужно делать, я вот не знаю. А, и инвалид капчен. Ну да ладно, я здесь все равно, ребятки, как бы и не работаю. Вот. Давайте в следующую пойдем. Так. Здесь есть майнинг. В майнинге я тоже, ребятки, не работаю. Если кого-то заинтересует, читайте вот эту всю информацию. Вот. И можете майнить. Я как бы, я боюсь, что здесь, скорее всего, будет задействован компьютер. А мне, конечно, жалко своего компьютера. Здесь далее короткие ссылки. Можно просматривать рекламку на коротких ссылках. Следующая ПТС. У меня 225 рекламок. Здесь очень, когда я просматриваю вот эту рекламку, видим по 3 секунды, 15 секунд. Здесь по 30 секунд, 2 секунды. И вот у меня 6 1250 токенов вот этих. И самое большое, по-моему, у меня было по 7500 токенов за вот эту вот рекламку. За просмотр. Здесь я вот хакапчу. Выбираю, можно... Я без капчи работаю настолько, насколько он мне дает. Потом я уже ставлю вот эту капчу. И уже на капчу я как бы работаю. Здесь очень много видео. Вот видим, да, меня перебросило кто-то вот рекламе тут этот YouTube. И вот эти видео я видела как бы вот реферальная ссылочка, то, что Букс платит, иностранцы все выводят, как бы, да. И уже я видела то, что вывод на биржу Binance. Поэтому я как бы уже здесь есть доказательства того, что вот я уже собственноручно наберу вот этих 15 миллионов. Тогда проверим на вывод. Это лотерея. Вот. И одна лотерея 5000 токенов стоит. Я не буду ничего покупать. Далее, что здесь еще, ребятки, есть задания. Здесь очень-очень много заданий. Вот я хочу, вот сейчас вот это видео я запишу. Я публикую его на YouTube. В описании вставлю свою реферальную ссылочку. Плюс к нему вставлю, опять же таки, в описании вот это вот видео, то, что я записываю. И я попробую отправить. Можно перевести на русский язык. Значит, сделайте одно видео и опубликуйте его на YouTube. Здесь вы читаете вот это все, как бы задание, что надо выполнить. Здесь вот дают монетки. Создайте быстрый блог свой. Потом сообщество в блоге Шиба. Также фото сайта Шиба Уни. Вот, и здесь очень-очень много заданий. Читайте и как бы пробуйте выполнять. За это дают вознаграждение. Также есть Affirval. Bitswell.
Нет ничего такого. Визиты. Есть у нас визиты сейчас? Да? Нет визитов. И вот эти. Вот. Здесь задание, наверное, ПТС. Есть ПТС, ребятки. Вот можно вот это все тоже просмотреть. Так. Давайте. Так, короткие ссылки, лотерея, так. Ну, сюда. Что-то. Ага. Лотерея. Так. Далее. Подождите, офервал. Значит, здесь можно также рекламить, создать компанию. Но, естественно, я в таких буксах я не даю рекламку, я работаю только на вывод. И управлять, как бы. Далее вкладочка депозит, если вы будете рекламить свои проекты. Вот здесь Coinbase. И Coinbase, все. Депозит. Почему здесь Coinbase, если я видела вывод на этот самый, как его, на Binance? Мне это еще надо, блин, найти видео, посмотреть повнимательнее. Возможно, я невнимательно и смотрела здесь передача. Как бы вы можете переводить только с основного баланса на депозитный баланс. Ну, как бы возврат здесь, возврата нет. Ну, профиль, вкладочка, тут изменить пароль, если нужно, при необходимости. Вот, ну и история. В истории, как известно, у меня тут нет ничего такого. Задание, лотерея, фервал, вывод, а у меня здесь тоже нет еще. Вот такой вот, ребятки, бокс. Кому интересно, заходим, работаем и зарабатываем. Ну, можно попытаться и заработать. Согласитесь, здесь неплохо по 7,5 тысяч за рекламку. Там ниже идут, как бы. Вот. И как наберу я минималку. Вот. Я проверю. Естественно, сразу же поставлю на вывод. И запишу видео о том, что бокс платит. Будем надеяться, что администрация надежна. Но очень много видео от этих иностранных. И как бы они, да, показывают вывод и все такое. Кому интересно, заходим, работаем, зарабатываем. Мне интересно, ребятки, проходим мимо. Каждому свое. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.